Парикмахер ТВ. В сегодняшнем видео вы увидите технику, которая очень востребована в салоне. Вы можете менять цвета, видоизменять оттенки и использовать ее в своей работе. Для начала поделите волосы на отдельные зоны. Затылочную зону разделите на 3 блока. Окрашивание будем начинать с нижней затылочной зоны. Первую прядь выделите горизонтальным разделением. Используя обесцвечивающий продукт, начинайте наносить потихонечку, плавно, делая растяжку. Некоторые пряди прокрашивайте ближе к корню, это в свою очередь даст красивый рисунок на волосах. Больше всего продукта наносите на концы, промазывая их полностью. Когда прорисовываете отдельные пряди, старайтесь использовать ребро кисточки, для того, чтобы они были максимально тонкими и плавными. Когда промазываете концы, можете использовать лопатку. Далее переходим на височно-боковые зоны. Используем ту же технику, также прорисовывая отдельные пряди, которые будут находиться ближе к корню. А концы промазываются полностью, тем самым максимальное осветление будет ближе к концам. С этой стороны окрашивание производится до пробора, на который будет носиться вся форма. Отдельно поработайте с фронтально-теменной зоной, задав там тот рисунок, который бы вы хотели видеть у вашего клиента. Далее
начинаем наносить тон на волосы. Выберите желаемый оттенок, он может быть разным, он может быть более пастельным или он может быть ярким. Старайтесь при нанесении не пропускать отдельные пряди, чтобы полностью максимально закрасить все, что было осветлено. Набирайте более тонкие пряди для того, чтобы максимально качественно прокрасить осветленные волосы. Затем сделайте укладку по своему вкусу. We'll be right back.
Лайкмахер ТВ.